Ребята, всем привет! И это наш влог с моим репортом Алисочкой. Наша прогулка и так далее. Конечно, насчет прогулки я еще не знаю, так как у нас, ну, очень холодно. Но, скорее всего, для вас я все-таки засниму этот влог. Это мой первый влог, так что я надеюсь, что он вам понравится. Вы обязательно поставите мне лайк. Вот так вот я хотела вам показать ее как бы уголок, где она спит и проводит свое время. Тут ее я бужу после утреннего сна. Это довольно-таки сложно, так как она очень медленно просыпается. Для этого нужно приложить немало усилий. Вот так вот наша Алисочка выглядит. У меня тут такой большой бардак, ее футболочка и разные фантики. Я беру ее соску и водичку. И начинаю, собственно, кормить ее. Полноценно кушает она только перед дневным сном, а после утреннего, собственно, пьет водичку. Пока она пьет воду, я иду за одеждой, чтобы все-таки с ней сходить погулять. Это, кстати, не вся наша одежда. Итак, я возьму вот такие вот, собственно, штаны. Такую вот кофточку с единорогом. Теплые варежки. Вот такая вот легкая шапочка. И такая зимняя шапка. И я ее заверну в такой очень теплый плед. Я уже, собственно, сама оделась. Алиса уже покушала. Сейчас я возьму крем. И, собственно, буду наносить его. К сожалению, я вам это не покажу, так я боюсь, меня заблокируют. Я уже все сделала, одела ей памперс. И осталось переодеть ее. Вот такой вот переход у меня получился. Тут она у меня уже в пледике, а тут мы уже на улице. Ребят, у нас пошел снег. На камере его не очень видно, но все-таки, если посмотреться, что-то будет видно. Спойлер, потом у нас просто была настоящая зима. Можно сказать даже, что были сугробы. У нас отрывалась вот эта зеленая штука, а я пока покормила нашего котика. Взяла вот такие вот наушники. И вот я уже положила ее в колясочку. Кстати, эти листики летают с самого начала осени с нами. Спойлер, я его потеряла. Не помню, как это называется, вроде вертолетики. Итак, ребята, я забыла перчатки, так как мне будет холодно вести коляску. И пока она будет лежать здесь, я пойду за перчатками. Вот у нас тут такой снег уже более заметный. Я уже сходила за перчатками. А сейчас мы идем гулять. Как видите, на коляске можно увидеть небольшой снег. Вот он. Ну, собственно, мы уже идем гулять. Он очень мелкий, так что его еле заметно на камере. Тут мы уже вышли на асфальт. Собственно, мы находимся уже на Молодежной улице, а я живу на Трудовой. Вот так вот я одета, такие прикольные сапожки. Мы уже идем гулять. Кстати, вот где начинается асфальт, это уже начинается Молодежная улица, а там Трудовая.
Как бы мы считаем так, потому что у нас нет разных указателей. Вот. У нас просто такие названия, конечно, молодежная, трудовая, солнечная, садовая. Да, у нас 4, по-моему, улицы, не помню. Как вы уже заметили, я живу в деревне, точнее, в поселке. И мне, ребят, это очень нравится. Вот тут уже очень хорошо видно снежок, прям вообще. Кстати, напишите в комментариях, когда вы заметили, что вот этих листочков уже нет. Ведь я это заметила только тогда, когда завозила коляску, уже на обратном пути. Собственно, мы просто гуляли, так что, наверное, просто посмотрите без звука. У нас уже застыли, кстати, лужи. Я была прям вообще в шоке. Там стоит школьный автобус. Я просто сегодня не ходила. Вот, я уже иду, возвращаюсь домой, мы погуляли, просто ходили туда-обратно, так как, ребят, ну очень холодно, я прям не смогла долго погулять, тем более я одела не так уж тепло, я думаю, будет теплее намного. Кстати, мы живем на Трудовой, она как бы находится внизу около речки, поэтому у нас очень холодно, на Молодежной было намного теплее, я вам скажу. Итак, снег тут уже очень хорошо видно. Но тут пока нет, сейчас я вам должна показать. Кто-то что-то говорил, просто, ребят, я не помню. Я решила все-таки озвучить это видео. Вот там видно, что сзади на дорожке засыпали немного снегом. Если честно, выглядит, как будто просто блестит грязь. Но нет, это снег. Ребят, я очень замерзла. Сзади вот курочки. Вот, как видите, все дорожки снежные. Но мы едем домой. Дома я и переодену в пижаму. Покормлю плотненько, и мы ляжем спать. Потом проснемся и уже на ночной сон. Конечно же, среди этих перерывов она поиграет. Ну и перекусит. Кстати, вот уж этих листочков нет. Скорее всего, как я уже посмотрела, я потеряла, пока не снимала, то есть, когда гуляла. А вот как хорошо видно снег. Мы уже подъезжаем к дому. Кстати, пишите, у кого уже был или есть снег, или только пошел. У нас, пока я снимала, уже был 2 дня, но он растаял. Просто посмотрите, как тут видно, что просто идет метель, при этом еще вьюга. У меня как раз-таки появилось новогоднее настроение. Я вам ставлю фотографии после, когда уже прям было очень много снега. Вот мы уже дома, я ее переодела в пижаму. Ну, ребят, я не успела вам его доснять, то есть прошел уже день, я снимаю. Тогда мне стало лень доснять, на следующий день тоже лень, но сегодня я вам решила доснять. Кстати, это не костюм, это отдельная кофточка, отдельные штаны, просто выглядит как пижамка. Мне оно очень нравится. Так что, когда я выпускала влоги, имейте в виду, что я их снимала около недели, так как мне еще при этом нужно монтировать, снимать, доснимать. Вот как раз таки у нас уже растаял снег. Она у меня сейчас на дневном сне тоже. Блин, мне так нравится ее пижамка. Кстати, мы без носочков, так как у нас
можно даже сказать, немножко жарковато. Я очень надеюсь, что вам понравился наш влог. Как по мне, для первого раза это даже очень хорошо. Смонтировала я, надеюсь, тоже хорошо, потому что мне никогда не получалось монтировать как-то вообще отлично. Надеюсь, вам очень понравится. Кстати, у нас есть такие листочки. Вот. И тут, где я написала алфавит и цифры, как вы заметили, я написала алафит. Я не знаю, это только когда я все дописала, начала читать и заметила. Я просто в шоке. Но тут как вообще обычно, треугольник, квадрат, круг, солнышко и тучка. То есть обыкновенный рисунок. Кстати, мы коллекционируем пазлы. Вот какие у нас есть пазлы. Мне не очень нравится. Конечно, вот с дельфином это не пазл, но окей. Больше всего из этих пазлов мне нравится Шрек. Кстати, у нас есть еще один пазл со Шреком. Мы просто не успели его собрать. Я надеюсь, что на каникулах я его соберу. Там 560 штук. Это, ну, очень много. Ну, на этом все. С вами были Фред Фул. Нажимайте на кнопочку подписаться, ставьте лайки. На этом все. Всем пока.